Холодное донецкое утро. На улице минус 15. Нам хочется любви, тепла и ласки. Сегодня в программе «Проверено на себе». В одном из сюжетов мы проверим, что такое тайский массаж. То ли это, о чем мне говорили старшие товарищи. Придется ли мне полностью раздеваться и получу ли я эстетическое и физическое удовольствие, мы сегодня проверим в оздоровительном центре «Ларус», куда сегодня мы именно и приехали. Волнуюсь, возбуждаюсь. За дело. Вот, наконец, мы зашли в то помещение, где в Ларусе делают тайский массаж. О тайском массаже мы не знаем ничего, но сегодня будем знакомиться с этой замечательной процедурой вместе с Еленой. Елена – это один из лучших дипломированных тайских массажистов в Донецке. Елена, вы были в Таиланде? Да. Вот, если вы не были в Таиланде, вы не можете называться тайским массажистом. О тайском массаже я не знаю ничего. Мне мои друзья, старшие товарищи, которые в жизни повидали все, говорили, что тайский массаж – это что-то такое очень интимное. Это действительно очень интимное. И свидетелей быть не должно. Но почему? Потому что налаживается тесная связь между пациентом и мастером. И если будет кто-то вмешиваться, эта связь может оборваться. И чтобы достичь лучшего эффекта в тайском массаже, то есть прорабатываются все энергетические каналы, улучшается душевное состояние, физическое. Если будет кто-то присутствовать, это может помешать этому, этой работе, скажем. Вот. Поэтому желательно, конечно, чтобы никто лишний не мешал. Но если кто-то будет, просто есть такое поверье, неповерие, что если мастер делает одному человеку массаж, если находится в комнате еще другой, то он делает всем людям, которые находятся в комнате. То есть платить надо втройне. Отличная топ идея. Я же знаю, кто смотрит, тот все равно платит. Я поняла, отличная идея. В Таиланде придумали две вещи. Это тайский бокс и тайский массаж. С тайским боксом мы знакомы хорошо, вот отпечатки есть на лице, но с тайским массажем пока нет. Чем уникален тайский массаж? Что его отличает от других многочисленных услуг массажа, которые предлагают нам на каждом углу? Что в нем такого уникального? Обычный массаж, классический или будь какой-то другой, разминает, как правило, верхнюю поверхность мышцы. В тайском массаже идет работа по каналам. То есть в человеческом теле есть 72 тысячи каналов. Вы все знаете, а ну перечислите. Нет, там не перечисляется, там по линиям. Вот. И в тайском массаже обрабатывается 10 основных, которые изучаются, которые знаются, где находятся. Когда у человека какой-то происходит стресс или какая-то обида, какая-то злость, какая-то негативная эмоция, скажем, да, вот этот канал, который у нас есть в теле, он есть такой ширины, допустим, да, для примера, он сужается. Время проходит, как бы незаметно ничего. То есть все как обычно идет, то есть маленькое вот это вот сужение, оно незаметно. Проходит год, два, три, человек как-то начинает себя хуже чувствует, то есть меньше сил, меньше энергии, там какая-то, может, голова начинает болеть, еще что-то. Проходит 5 лет, и раз, что-то выстреливать начинает. Почему? Потому что вот это сужение этого канала, да, привело к тому, что в какой-то орган поступает меньше крови, меньше энергии, и оно начинает работать немножко по-другому. То есть тайский массаж – это определенный вид массажа, который делается по специальным точкам, правильно? По линиям. По линиям. Да. И по точкам делается на стопе точечная. Надо уже приступать. Давай. Раньше с массажем я был знаком с мануальщиком, с моим хорошим приятелем Андреем. Передаю ему привет. Вот. Но ощущения другие. Андрей мне вправлял позвоночник, и я кричал от боли. Но зато, конечно, вправил. Обычный спортивный массаж с тайским знаком впервые. Не знаю, на какие точки мне давит Елена, но на нужные. По определению... Приятно, нереально.
Особенность тайского массажа, как объясняет мне Елена, заключается в том, что массаж делается не силой рук, а весом собственного тела массажиста. Поэтому как бы нереальный тактильный контакт, очень здорово, ощущения непередаваемые, реально переживаю такое впервые. Какие-то глубинные линии. Теперь мы делаем растяжку спины. Вдох. Болевой на руку, сейчас она кувыркнется вперед. Держись. Держусь. Вдох. Выдох. И расслабились. 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 Андрей, будешь меня вправлять обратно. Все будет хорошо. Приятно. Да. Вдох. Голову опустить. Да. Так нельзя. Вдох. Выдох. Больно? Нет. Наоборот. Футбол, футбол. Кличко, третий раунд. Руки мы не скрещиваем. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вообще, в принципе, если вы занимаетесь какими-то физическими упражнениями, руки скрещивать нельзя. Даже вот применимо в тайском массаже. Даже любая спортивная секция, если это восточное единоборство, любой вам тренер скажет, нельзя скрещивать руки, потому что вы замыкаете энергетические каналы. Правильно? 100%. Саватыка, так говорят тайские боксеры. Самое любимое — это массаж ладоней и стоп. Это лучше, чем секс. Поверьте мне. Просто всегда кулаком бьешь, либо поднимаешь что-то. И всегда вот тут вот всегда болит. Класс. В общем, отныне, с понедельника и до Нового года впредь час в день посвящаю Елене. Елена, правда говорят, что в ладони располагается очень много всяких интересных точек, линий, что можно повлиять на человека, надавив на ладонь? Есть такое с ладонями, но в тайском массаже говорят, я слышала, что если делаешь массаж губ, есть в массаже лица такой элемент, то тоже меняется судьба человека. И про ладони в тайском массаже нету такого точки прямо на ладони, это в других массажах во всех есть. В тайском массаже на стопе. На стопе действительно через стопу можно вылечить какие-то болезни внутренних органов через стопу. Угу. Ну или делать профилактику. В массаже лица я дока. Я знаю все массажи лица. Вау. Угу. Можно реально человеку судьбу изменить массажем лица. Вау. В тайском боксе очень сильно это практикуют. Не, ну серьезно, есть массаж лица, да? Да. А массаж губ — это как? Там немного элементов, но есть. Покажите мне. Давайте сейчас покажем. Итак, впервые на экранах на Первом муниципальном канале массаж губ в программе «Проверено на себе». Запахло праздником, то есть спиртом. Запах Нового года.
отдыхаем. Ну, вот что значит шея? Рассказываю. Шея значит, что мы можем смотреть в одном направлении, можем смотреть в разных направлениях. И когда у человека болит шея, значит, он уперся в какую-то одну точку и не берет от жизни другие какие-то возможности. И когда мы это прорабатываем, у человека раз, и спектр расширяется очень сильно всех возможностей. Поэтому мы выдыхаем и отпускаем этот блок, чтобы у нас в жизнь пришло больше возможностей. Слов нет. Одни эмоции. К сожалению, у нас не 5D, не 8D, а, к сожалению, на первом муниципальном 1D. Ну, ощущения нереальные. Не знаю, с чем это сравнить. Побили, нет. Побыл наедине с женщиной, нет. Что-то такое всеобъемлющее, но очень круто. Не похоже вообще на обычный массаж. Настолько расслабляет, настолько релаксирует. И я даже не могу освоить и разговаривать, даже заплетается язык. Не знаю, какие там каналы мне надавили, но реально очень расслабленное чувство. И вообще очень здорово. Особенно в зимнюю холодную пору, когда не хватает тепла и ласки. Всех приглашаем в оздоровительный центр Ларус на улице Розенкова. Сколько? 14. 14, где вас ожидает Елена. Вы сейчас на экране видите телефоны, адрес сайта, адрес физический, куда приходите, пишите, звоните, записывайтесь к Елене на тайский массаж. Если, конечно, у вас будет время, тут всегда теперь буду я. Лена, спасибо вам. На здоровье. Проверено на себе.